Это путешествие и есть стиль жизни Colors of Life. Тот стиль жизни, доступ к которому мы и хотим открыть как можно большему количеству людей. Такое ощущение, что мы здесь давно. И море удовольствий. Вообще я же считаю, что люди рождены для удовольствия. Спасибо компании за те удовольствия, за те прекрасные 2 дня, которые мы здесь уже провели. Второй день, но уже столько всего произошло, как будто мы тут уже целую неделю находимся. Потому что мы сегодня были в спа-центре. Нам сделали великолепный массаж. Мы сегодня, вот сейчас мы играем в гольф. Я впервые в жизни играю в гольф, я впервые в жизни держала клюшку, но я 2 раза попала в лунку. Для меня это было вообще супер достижение, и я просто очень довольна. Мы 3-й раз приехали на гольф-клуб, то есть в отель с гольф-клубом, с полем гольф-клуба. Но мы впервые в жизни играем, и я понимаю, как это прекрасно, кажется, быть богатым человеком. Hey!
Я даже не ожидала, что будет так классно. Это нужно испытать каждому, тем более, когда такая природа. Звери бегают внизу. Ну, это просто фантастика. В следующий раз будьте с нами обязательно. И тогда у нас будет несколько таких шаров Colors of Life, Baobab Travel. Это будет супер здорово. Я очень благодарен Ерику, Сержу за то, что они организовали вот такой travel, да, и я просто каждому желаю, чтобы они побывали и ощутили это первый раз. Ну, это супер. Ну, это жизнь, по-настоящему жизнь. Красота, природа, звери вокруг и еще внутренняя радость. Я хочу, чтобы все испытывали такое чувство радости. Сегодня вы видели два носорога. Это впечатление. Не передать, конечно, словами, ребята. Нужно здесь быть. Ощущение, вот даже словами не передать. Мне очень понравилось. Когда был маленьким, очень много читал про Африку, про Бурскую войну. И никогда не думал, что здесь окажусь. А здесь, на воздушном шаре, впервые. Вообще многие вещи происходят впервые. Животные, природа. На самом деле, вещи, которые... о которых когда-то мечтал, они начинают сбываться. Это классно.
это что-то невероятное. Я первый раз попала на частный самолет. Это совпадает с теми картинами, которые я представила, но это действительно здесь нужно быть, чтобы вот это все передать. Я так давно мечтала увидеть дерево баобаба. Я чувствую энергетику этого дерева. Я чувствую, что я живу и я сильна. Вы достойны увидеть другую жизнь. Вы достойны почувствовать, что на свете есть, может быть, то, что когда-то казалось сказкой. Я сегодня еще раз убеждаюсь, что Colors of Life – это компания, которая позволяет каждому из нас изменить свое качество жизни. Мы сегодня действительно затронули ту историю, наш продукт, с которым мы работаем, действительно корни, откуда идет наш продукт. Я хочу пожелать каждому предпринимателю компании Colors of Life оказаться здесь через год в Baobab Travel 2014. Вам надо это всем испытать и быть обязательно вместе с нами здесь. Ура! Для меня Colors of Life, еще раз, знаете, как дарить большому количеству людей возможность. Возможность большому количеству людей, которые меняют свою жизнь. Я на самом деле, она изменила мою жизнь. И вот я никогда не думал, что я буду в Африке. Я никогда не думал, что я соприкоснусь с такой историей, да, вековой историей. Не вековой, а тысячелетней историей. И мы задеваем очень большое количество людей. Я как будто живу в мире сказок, на самом деле. Я вот увидев Баобаб, такое большое дерево, которое живет 6 тысяч лет, я ощутила, знаете, на самом деле красоту природы. Colors of Life – это стиль жизни, это качество жизни. Это возможность на самом деле жить насыщенной, яркой жизнью. Colors of Life для меня компания, где сбываются мечты. Компания, где десятки тысяч людей могут реализовать себя и могут изменить качество своей жизни. Я очень счастлива, что являюсь частью этой компании. Для меня Colors of Life – это возможность осуществить свои цели, свои планы, свои мечты. Возможность путешествовать, возможность зарабатывать деньги, возможность отдыхать в самых лучших местах, где мы находимся. И самое интересное, что это мы все это делаем вместе с теми людьми, которые мне близки, с которыми нас объединяют общие цели, общие планы, общий бизнес, конечно же. Это потрясающая возможность. Colors of Life для меня – это моя частичка жизни на самом деле. Я себе не представляю, как я был бы из этой компании. Это мое настоящее, это мое будущее, это будущее моей семьи. Это часть моей жизни. Для меня Colors of Life – это моя жизнь, это стиль жизни, это путешествие, это богатство, это мышление, это будущее нашей семьи, это поколение, это то, что мы создаем сами себе, свою жизнь и жизнь очень многих людей. Жизнь меняется, вот это, все это Colors of Life. А самое главное – это возможность, знаете, наверное, верить в то, что все хорошее в жизни возможно. Независимо от того, сколько тебе лет, какой ты профессии, был ли ты успешен или нет, в Colors of Life ты можешь преуспеть и жить красивой, насыщенной жизнью. Никола,
Я желаю всем членам Colors of Life, чтобы делать все, чтобы попасть в такое место. Место окружающих, место около Эрика, около Сержа, где самые успешные люди. И здесь мы чувствуем нюх земли, нюх жизни, нюх богатства, нюх красоты. И все должны попасть вот в такое место. Я обожаю компанию Colors of Life, потому что она уникальна во всех отношениях. Роскошь, природа, общение, незабываемые впечатления и эмоции, неповторимые и драгоценные мгновения удивления и восхищения. Все это будет всегда со мной. Все это и многое другое я хотел бы разделить с вами. Мы ждем вас в мире полном красок. Добро пожаловать в мир Colors of Life.